В последнее время ширится антибольшевистское движение среди русского народа. В части русской освободительной армии поступает масса заявлений с просьбой о зачислении в части РОА. На днях в одной из учебных частей РОА в присутствии почетного гостя от Верховного командования германской армии состоялся очередной выпуск курсантов. Перед отправлением в часть курсанты присягали на верность Родине. Фюрер! Слушайте текст присяги. Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды русской освободительной армии, торжественно клянусь честно бороться против большевиков за благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага на стороне германской армии и ее союзников клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться вождю и главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов по исполнению этой клятвы не щадить себя и свою жизнь. Поздравляя с окончанием учебы, начальник курсов генерал Роа выразил в своем выступлении желание и волю русской освободительной армии. Он сказал: «Главнокомандующий в партии Адольф Гитлер! Ура! Поздравляю вас с окончанием работы здесь на курсах и с переходом к новой работе. Желаю успехов. Прошу господина генерала передать генералу Кесту, что мы, добровольцы русской освободительной армии, готовы нести нашу идею в массы, готовы на борьбу и в нужный момент с оружием в руках, готовы идти в бой на борьбу и уничтожение большевизма в союзе с немецким народом. За нерушимый союз, за победу над большевизмом. Ура! Ура! Четко отбивая шаг под звуки барабанного боя, торжественным церемониальным маршем проходят части русской освободительной армии, только что принесшие присягу. Завтра они вольются в боевые части, и их девиз: свобода и счастье русскому народу! Fellow citizens, brothers and sisters living in Europe, a return to the homeland is only possible following a victory over Bolshevism. You number in the millions, and the success of our mutual struggle depends on you. Don't forget that from now on you're working for a common cause, for the heroic Liberation Army. Officers and soldiers of the Soviet Army, put an end to the criminal war whose purpose is the oppression of the peoples of Europe. Turn your weapons on the Bolshevik usurpers who have enslaved Russia and brought hunger, misery, and lawlessness to the country. Я сын твой! Я русский!
help!